Здравствуйте, меня зовут Александр Шимолин, я служитель церкви «Добрая весть». Мне 47 лет. 23 года назад я пришел к Господу, и это великое чудо в моей жизни. На поиски Бога меня толкнуло именно неурядицы в семье, в семейных отношениях с женой. То есть у нас были очень плохие отношения. А все почему? Потому что мы очень рано женились. Вот. И 24 года, когда я обратился к Господу, у нас уже с женой на тот момент было двое детей. И наша жизнь, она вообще должна была просто разрушиться. Совместная жизнь. То есть мы шли к разводу. И я искал Бога. Естественно, как все люди в нашей стране, искал Бога в православии. Вот, купил себе Библию, причем самую толстую, потому что думал, чем толще Библия, значит, тем больше в ней написано. Вот, и я прочитал ее, я осилил Библию, но ничего не понял. И вот однажды я приехал к моим родителям в Ивановскую область домой, и меня пригласили там, в Евангельскую церковь. Ну, я пошел, чтобы просто послушать. Вечер скоротать. И вот я там услышал о Господе, познакомился там с пастором. И когда я приехал сюда, я немедленно пошел искать церковь. Я нашел здесь церковь, я покаялся. И самое интересное, что вот именно тогда Бог стал открывать вот то слово, которое я прочитал. И моя жизнь просто поменялась. Я везде проповедовал, везде благовествовал. Вот с нашим пастором Сергеем Ефоевичем я познакомился именно тогда, когда он меня пригласил проповедовать с ним в тюрьмах. То есть он проповедовал, а я просто пел песни под гитару. Вот. Мы с ним очень много объездили тогда. Вот. Но что сказать? Даже мое покаяние, оно не особо изменило наши отношения с женой. И мы прошли обучение в служении супружеским парам. Вот. И наша жизнь, она вот стала постепенно меняться. И вот сейчас я могу что сказать? То есть мне 47 лет, моей жене 44 года. Я вот, честно говоря, без волнения не могу эти вещи говорить. Да. Мы счастливы, по-настоящему счастливы. Мы счастливы даже больше, чем нежели были счастливы, когда были молодыми. И у нас 6 детей. Мы с женой любим друг друга. У нас вот внуки пошли. То есть это действительно великое счастье, которое Бог даровал нам. Вот. Извините, волнуюсь очень сильно, потому что для меня это действительно очень важно. Но самое главное, в моей жизни не то, что Бог дал вот эти отношения, эту любовь нам с женой, а то, что я знаю, что эта любовь, ну вот просто любовь Божья, которую Он излил в мое сердце, она останется со мной всегда, даже после моей смерти. И это действительно очень здорово, когда мы, имея Иисуса Христа в своем сердце, можем другим людям помогать, обращаться ко Христу. И вот мы с женой сейчас также служим семьям, помогаем им, то есть уговариваем, можно так сказать, людей, чтобы они вернулись, ну, обратились друг к другу, обратили свои сердца друг к другу, соединились в Господе. И знаете, это действительно огромная радость, когда видишь то, что... Ну, то, что дал тебе Господь, и люди это то же самое получают.